есть и болгарские проповедники. И проповедуют на болгарском языке. На болгарский проповедуют. В нашей церкви проповедуют и русские проповедники. В нашей церкви проповедуют и русские проповедники. Граждане России. Граждане на Руси. И граждане Украины. И граждане на Украину. И граждане Казахстана. И граждане на Казахстан. Скоро будет конференция, когда со всего мира приедут спикеры. Скоро ще има конференция, където ще дойдат спикери от целия свят. И кто-то может так спросить, ну разве это возможно? И някой ще пита, дали това е възможно. Где-то идет война. Някъде има война. А тут и русские, и украинцы вместе тук проповедуют. Тук има и руснаци, и украинцы, които проповедуют, ну, наверное, заедно. Кто-то предположит, но, наверное, это потому что христианская церковь. Някой ще предположи, че защото е християнска църква. Потому что она стоит над нациями. Защото е над нациите. Потому что Христос наша глава. Защото Христос е наша глава. Потому что всех нас он любит одинаково. И не обича всички еднакво. Мы для него все любимые дети. И всички сме любими деца за него. За него нет нации. За него няма нации. Нет значения, русский ты или украинец. За него няма значения, дали си руснак или украинец. Аминь. Вот мне нравится быть в такой церкви. И на мен ми харесва да съм в такава църква. Не в националистической церкви. Не националистична. Где корейцам, например, вход запрещен. Да? Където е забранено влизане или за корейцам. Черным вход запрещен. Или черните, да, не могут да влизат. Или желтым там, или каким желтите угодно. Да? Или цыганам, например. Или цыганите. У нас, слава Богу, всем вход открыт. Слава на Бога, при нас за всички входы отворен. И сегодня я, для меня честь пригласить днес, на... за мен е чест да поканя на проповедь. За проповедта. Болгарского проповедника. Болгарский проповедник. Болгарского земледельца. Болгарский земледелец. Труженика, да? Человек, который... Человек, который много се труди. Работает своими собственными руками. Работает с собственными сердцами. Не просто говорит. Не просто говори. Давайте мы поприветствуем нашего брата. Нека поздравим нашего брата. Иордана Балабанова. Иордан Балабанов. Добрый день на всички. Добрый день. Темата, която ще говоря днес. Сегодня тема, по которой я буду говорить. Тази тема живее много дълго в сърцето ми. Эта тема уже живет долгое время в моем сердце. Последния път, когато проповядвах. И в последний раз, когда я проповедовал. Аз говорих за един от най-мощните духови, който владея християнския свят. Я говорил об одном из самых мощных духов, который владеет в христианском мире. При това още от времето на апостола Павел. Еще со времен апостола Павла. Това е религиозният дух. Это религиозный дух. Днес искам да говоря за един друг убиец. И сегодня на, хочу в нашия живот. О другом убийце в нашей жизни. Това е комфорта. Это комфорт. Знаете ли, аз често виждам една такава картина. Я часто вижу одну картину. Виждам една мощна крепост. Вижу мощную крепость. С яки железни решетки, защитена от такива яки железни решетки. С очень толстыми железными решетками. В която большинството християни стоят там в окови. В которой большинство христиан находится в оковах. Но тази крепост би била нищо без стражите, които я охраняват. Но эта крепость была бы ничем без стражей, которые ее охраняют. И тези стражи имат различни имена. И эти стражи, у них есть разные имена. Говоря ви духовные неща, верам, че ми разбирате правильно. Я вам сейчас говорю о духовных вещах и надеюсь, что вы понимаете меня правильно. Какво всъщност представлява греха? Защото оковите на християните е греха. То на самом деле представляет из себя грех, потому что оковы христиан – это грех. Вы знаете определението за грех? Вы знаете определение о грехе. Това е да пропуснеш целта. Это пропустить цель. Тези яки окови. И эти тяжелые оковы. Те държат изключително сигурно и надежно християните. Они держат очень надежно и сильно христиан. И за съжаление много християни. И к сожалению много христиан. Си отиват славата на Бога в вечността. Уходят в славу Господа в вечность. Но пропускат целта на техния живот. Но пропускают цель своей жизни. И това е изключително тъжно. И это очень грустно. Защо комфортът е толкова опасен? Почему комфорт настолько опасен? Защото той ни прави слаби. Потому что он делает нас слабыми. Има много неправилни представи, много неправилни вярвания в християнския свят. Есть очень неправильные представления и вера в христианском мире. Преди малко споменах за религията. Я только что вам сказал и о религии.
Но тя не е цялата картина. Но это не пълна картина. Другата неправилна представа, която днес искам да разгледаме малко по-подробно. Другое неправильное представление, которое я бы хотел сегодня рассмотреть более подробно. Това е мита за слабостта. Это миф о слабости. Че християнството е слабо. Что христианство оно слабое. Че мъжете и жените в християнството са слабаци и неудачници. Что женщины и мужчины в христианстве слабаки и неудачники. Така ли? Это так. Казват не, обаче много християни, на които им казвам. Многие говорят нет, но некоторые, которым я говорю. Например, Христос взе твоите болести. Например, Христос забрал твои болезни. И те казват да. И они говорят да. Обаче не го вярват. Но они в это не верят. И не получават нищо. И они ничего не получают. Защото вярата работи само тогава. Потому что вера работает только тогда. Когато се съедини с мислите ни. Кога? Когато се съедини с нашите мисли. Когда соединится с нашими мыслями. И правим правилните изповеди. И когда мы делаем правильные исповедания, исповеди. Иначе са просто пусти религиозни думи, които повтаряме така. А иначе это просто пустые слова, которые мы просто повторяем. Да се върнем на въпроса за слабостта. И давайте вернемся к вопросу слабости. Това е един проблем, който много ме дразни. Это проблем, который меня раздражает. За съжаление. К сожалению. Сатана е успял да изгради една изключително мощна крепост около този проблем. У сатаны получилось выградить очень большую крепость около этого вопроса. Нашата цяла цивилизация, цялата ни цивилизационна култура, филми, наша цивилизация, медии, фильмы, медии не заливат. Они просто обливают нас с фалшив образ за христианството. Фалшивыми образами о христианстве. Например, колко от вас са гледали библейски филми, които аз много обичам, между другото. Кто из вас смотрел библейские какие-то фильмы, которые я люблю? Помните ли как изобразяват там Моисей? Как изображает Моисея обычно? Един беловлас старец. Старец с такими седыми волосами. Актера имам предвид, който играе ролята. Актера, который играет роль. Който ходи с стояшката, с жезла си. Передвигается с палочкой. И Иисус Навин, и още там кой беше във филма. И Иисус Навин, который тоже был в фильме. Го подкрепиха и му помогнаха да се качи до върха на планината. Они ему типа помогли подняться на верх горы. Къде за Бога видяхте това в Библията? Где вы вообще видели такое в Библии? В Библията казва, че Моисей беше на 120 години. И зрението му не отслабна. Что Моисею 120 лет. И силата му не отслабна. И у него было идеальное зрение. Както беше силен на 40, така беше силен. И его силы не покидали его. И на 120. И когда он был в молодости сильный, таким же сильным он был и в 120 лет. Имам един апел към Холивуд. И у меня есть один апел к Голливуду. Да престанат да изкривяват Христовото Евангелие. Чтобы они перестали искривлять слово Евангелие. Другие любимый образ на Холливуд. Другой любимый образ Голливуда. Да изобразяват, да избират актеры. Выбирать актеров. Които играют Иисус Христос. Которые играют Иисуса. И всички са някакви слаботелесни, такива маршеви. И они все маршеви. Какие-то слаботелесные. Пожалуйста. Не смешите мои пятки. Не миросмивайте. Вы наистина ли вярвате? Вы вправду верите? Че Иисус беше слаботелесен. Что Иисус был таким слаботелесным. Дърводелец. Плотник. Който работеше тежка физическа работа. У которого была тяжелая физическая работа. Който изминаваше по 40 км на ден пеша. Который проходил 40 км в день пешком. Който след многочасов побои и издевательства. Который через много часов, когда много часов его избивали и издевались над ним. Намери сила да носи този огромен и супер тежък кръст. У него нашли силы нести этот огромный тяжелый крест. Това не беше физически слаб човек. Это не был физически слабым человек. Има един такъв основен принцип, който аз следвам. И есть один основной принцип, которому я следую. Когато си загубил посоката в живота си. Если вы теряете ориентир в своей жизни. Когато си паднал. Когда вы падаете. Да се върнеш на мястото, от което си паднал. Тебе нужно вернуться на место, где ты упал. И аз сега искам да се върнем на място, от което сме загубили концепцията за силата в нас. Я сейчас хочу, чтобы мы вернулись на место, где мы потеряли концепцию о силе внутри нас.
Помните ли, кой наречен баща на вярата? Вы вспомните, кого называли отцом веры? Авраам. Той Авраам какъв беше? Каким он был? Овчар. Кем он был? Пастух. Он был пастухом. Аз съм израснал в семейство на овчари. Я вырос в семье пастухов. Моите баба и дядо бяха овчари. Мои бабушка и дедушка были пастухами. Мой живот много напомня живота на царя Давид. И моя жизнь напоминала сильно жизнь царя Давида. И двамата имаме една обща слабост. У нас у обоих есть общая слабость. Обичаме красивите жени. Мы любим красивых женщин. Затова и аз имам такая красивая супруга. Поэтому у меня такая красивая супруга. Това беше, за да разрядя обстановката. Это было, чтобы так разрядить обстановку. Но аз познавам овчарите. Но я знаю, кто такие пастухи. Аз съм отгледан от баба ми и дядо ми до 2-годишна възраст. Меня вырастили бабушка и дедушка до 2-летнего возраста. И после всички си ваканции прикарвах на село. И после этого все каникулы я проводил в деревне. И около мен имаше само овчари. И вокруг меня были одни пастухи. И казвам, че нямаш нито един слаботелесен, ни слабак. И из них не было ни одного худого, слабого человека. Нито пък дебели и разплути. Не было никаких толстых, таких расплавающих людей. Овчарите са много силни мъже. Пастухи очень сильные мужчины. Така че, ако бащата на нашата вяра беше силен мъж. Поэтому, если отец нашей веры был очень сильным мужчиной. Къде вие видяхте, че ние трябва да бъдем слабаци? Тогда почему мы должны быть слабаками? Може би той беше силен само в духа? Возможно, он был сильным только в духе. Помните ли, когато неговия племянник Лот беше пленен? Вы помните, когда его племянник Лота взяли в плен? От объединената армия на 4 царей. Объединенная армия 4 царей. Авраам заедно со своите мъже. Авраам вместе с мужами. Там колко бяха на брой? 270-80 нещо такова. 270-80 где-то. Атакува тази объединена армия. Атаковали эту объединенную армию, многократно превосхождаща ги, которая их превосходила много раз. Порази ги. И они поразили их. И избави свой племянник и всичко, което имаше. И спасли племянника и все, что было там. Това беше акт на слаботелесен мъж. Это был акт слаботелесного человека. Но, може би, Исаак беше слаботелесен. Возможно, Исаак был слаботелесным. Това са пълни глупости. Земеделец, овчар, той не може глупости. Да бъде слаб. Земеделец, который еще и пастух, он не Яков. Может быть слабым. Яков. 20 години. 20 лет. Проработи като овчар. Он работал как пастух. И след това не пристана. Цяла нощ се бори с Бога. Он постоянно общался с Богом. Аз не бих могъл да издържа да се боря цяла нощ с Бога. А, он бился с Богом, боролся с ним. Я бы не выдержал такого. Кой още? Исус Навин. Исус Навин. Мой любим герой от Библията. Это мой любимый герой в Библии. Защото той единствен не падна. Потому что только он не упал. Дори цар Давид имаше своите падения. Даже у царя Давида были свои падения. Но Исус Навин беше като стрела, която летеше право към целта. Был как стрела, которая летела прямо в цель. Давид уби един великан. Давид убил одного великана. Исус Навин колко уби? Исус Навин сколько убил великанов? 3 великана. 3. Лице в лице, меч срещу меч. Лицом к лицу, меч на меч. Не дистанционно со спрашка. Он не дистанционно через прощу убил его. Их. Това была много жестокая и кървава битка. Это была очень жестокая и кровавая война такая, бойня. И на колко години водит той, започна да води тази война? И сколько ему было лет, когда он начал эту войну? 80-85. Вместо да си гледа пенсията. Вместо того, чтобы наслаждаться пенсией. Той припаса меч и тръгна да убива великани. Он взял меч и начал убивать великанов. Цар Давид. Царь Давид. Какво да кажем за него? Что сказать о нем? Овчар. Пастух. Също. Тоже. Воин. Воин. Започна своето воинско поприще с вяра. Он начал свое военное поприще с верой. Но после каза: Господ, който учи пръстите ми да воюват. Но потом сказал: Господь, который учит персты мои воевать.
То есть той не устана на това ниво. Он не остался на том же самом уровне. То есть и разви по-нататък. Он начал развиваться. И стана такъв страховит воин. И стал таким страшным воином. Че неговите врагове се страхуваха от него. Враги боялись его. Собственият му син Авесалом. И его собственный сын. Който го свали от престола. Который сверг его с престола. И когато съветника пратен от цар Давид. И когда советник, который был отправлен царем Давидом, каза на Авесалом, внимавай, не притискай Давид и мъжете му до стената. Аккуратнее, не прижимай его мужчин и Давида к стене. Защото ти знаеш колко страшни войни са. Потому что ты знаешь, какие они страшные войны. Да не ги озлобиш, да не изпаднат в отчаяние. Смотри, не разозли их. Защото тогава ще се обърнат и ще те разкъсат. Потому что тогда они обернутся и могут тебя убить. Защо Авесалом повярва? Почему Авесалом поверил? Защото познаваше много добре баща си и неговите силни мъже. Потому что он хорошо знал своего отца и его друзей. И така мога да мина през всички герои на Библията. И так я могу пройтись по всем героям из Библии. За да ви докажа. Чтобы доказать вам. Че нашата вяра. Что наша вера. Не е вяра на слабаците. Это не вера слабаков. Но може би в Новия Завет нещо се е променило. Но может быть в Новом Завете что-то изменилось. Нека да видим Матфея 5 глава. Посмотрим Матфея 5 глава. 17 стих. 17 стих. Не мислите, това са думите на самия Исус Христос. Это слова самого Иисуса Христа. Не мислите, че съм дошъл да наруша закона или пророците. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не съм дошъл да ги наруша, но да ги изпълня. Не нарушить пришел я, но исполнить. Иисус Христос. Иисус Христос. Е съвършеното изпълнение на Стария Завет в нас. Это совершенное исполнение Старого Завета внутри в нас. И той, ето също така да прочетем и следващия стих, който съм ви приготвил. Давайте прочитаем следующий стих. 1 Коринфянам 4:20. Защото Божието царство не се състои в думи, а в сила. Ибо царство Божие не в слове, а в силе. Господ не ни е дал дух на слабост, на немощ. Господь не дает нам дух слабости и немощи. Той не е дал дух на сила. Он нам дает дух силы. В старогрецкий язык за сила се използва думата дунамис. В старогреческом слово для силы используется как слово дунамис. Това е думата, която инженерната наука използва за динамит. Это слово, которое в инженерии используется как динамит. Взривно вещество, което разрушава. Взрывоопасное вещество, которое может разрушать. Тук някъде виждате ли потвърждение на тази концепция за това, че сме слабаци? Вы видите здесь подтверждение концепции о том, что мы слабаки? Не, Новия Завет също потвърждава. Новый Завет также подтверждает. Иисус Христос изпълнява това, тази. Ние сме наследници на Авраам, Исаак и Яков. Иисус Христос подтверждает и исполняет, что мы наследники Исаака и Якова. Авраама, Исаака и Якова. А те бяха силни мъже. А они были очень сильными мужами. А защо обаче съвременното християнство толкова се отклонило от пътя? Почему современное христианство настолько отклоняется от этой дороги? Защото дори апостолите, ако погледнем, потому что даже апостолы, если мы посмотрим на их жизнь, това не бяха слаби мъже. Это были не слабые мужчины. Мъже, които изживяха изключително целеустремен живот. У этих мужчин была очень целеустремленная жизнь. Тежък живот. Была тяжелая. Но те стигнаха до края. Но они дошли до конца. Те разрушиха основите на този свят. Они разрушили основу этого мира. И распространиха Евангелие по целия свят. И распространили Евангелие по всему миру. Но днес. Но сегодня. Християните са се отклонили много от нашите прадеди. Християни очень сильно отклонились от наших прадедов. Предков. Предков.
един от основните фактори за това. Един из основных факторов насчет этого темы. Това е комфорта. Это комфорт. Всички спортисти. Все спортсмены. Знаят, че комфорта е най-големият убиец. Знают, что комфорт – это самый большой убийца для спортсмена. Имам един уникален приятел. И у меня есть один уникальный друг. Който на 73 години. Которому 73 года. Голям бизнесмен, много богат мъж. Он большой бизнесмен, богатый мужчина. И всяка сутрин бяга по 5 до 7 километров. И каждое утро он бегает 5-7 километров. И той уж неверующий человек. И он вроде неверующий человек. Веднъж ми каза. Но сказал мне один раз. Знаешь ли? Ты знаешь? Много често водя битка. В мен се води битка между духа и плота. Очень часто во мне есть эта битва между духом и плотью. Плота ми казва. Моя плоть говорит мне. Особенно когато е някое студено ноемврийско утро. Особенно когда ноябрь. Дъждовно, мъгливо. Утро такое дождливое. И плота му казва. И моя плоть говорит ему. Къде си тръгнал? Куда ты пошел? Вижте на колко си години. Посмотри, сколько тебе лет. Кво, пари ли нямаш? Кво у тебя денег нет? Что у тебя нет? Гладен ли си? Кво? Ты можешь голодный? Къде си тръгнал да бягаш? Куда ты идешь бегать? И всяка сутрин. И каждое утро. Духа ми му се налага да заповяда на плота. Моему духу нужно повелеть да кажи, свои плоти бягам. И сказать, да, я пойду бегать. Няма да ти слушам. Не буду тебя слушать. И знаете ли, много тъжно е, и знаете, очень грустно, че ние позволяваме, что мы позволяем на невярващите неверующим да използват по-полноценно принципите на царството. Более полноценно принципы царства. И те ни превъзхождат в това отношение. И они превосходят нас в этом отношении. Това е много тъжно. Это очень грустно. Защото Божието Слово не е за подигравани. Потому что нельзя издеваться над Божьим Словом. И ето в Матфея 5 глава 13 стих. Матфея 5 глава 13 стих. Вие сте солта на земята. Вы соль земли. Но ако солта обесолее. Но если у соли, как, если соль потеряет силу. С какво ще се усоли? Чем можно, чем будете солить? Тя вече за нищо не струва. Она уже ни к чему не годна. Освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Как раз выбросить ее вон на попрание людям. Скъпи приятели, братя и сестри. Дорогие друзья, братья и сестры. Ако ние не сме сол. Если мы не будем солью. Божие Слово не предупреждава. Божие Слово предупреждает нас. Че Господ ще ни изхвърли навън. Что Бог просто выкинет нас вон. А ако ние не можем да вдъхновяваме хората. Если мы не можем вдохновлять людей. То за какво ставаме изобщо? То зачем мы вообще здесь? Ние трябва да бъдем водещите примери на цялото общество, не само християнския свят. Мы должны быть ведущими примерами для целого мира, не только для християнского мира. Ние трябва да даваме пример в всеки от нас на мястото, където е поставен. Мы должны давать пример каждый на своем месте, где поставлен. Учител ли си сложен? Лекар ли? Если ты учитель или врач. Или торговец. Или, может быть, торговец. Или земеделец. Или земеделец. Ние трябва да бъдем генератор на идеи. Мы должны быть генераторами идей. Ние трябва да даваме пример. Мы должны подавать пример. Но за това трябва да излезем от зоната на комфорта. Но для этого нам нужно выйти из зоны комфорта. И заради това много от нас пропускат целта в своя живот. И поэтому многие из нас пропускают главную цель в нашей жизни. Твърде, знаете ли, ние твърде много гледаме примерите около себе си. Мы слишком много рассматриваем примеры возле нас. Ние виждаме, че човек като остарей. Мы видим, что когда человек становится старше. Го нападат 7-8-10 болести. На него накидываются 7-8 болезней разных. И казваме, да, то от годините. Говорим, ну да, это все возраст. И тъжното е, че и християните го повторят като попагали. И грустно то, что христиане повторяют это. Как попугай. Как попугай.
И можете много примеров давать. И могу дать вам еще много примеров. Но всички тие примери с това е само ние повтаряме неща, които ги няма в Библията. Ну, мы просто повторяем вещи, которых нет в Библии. Погледнете само какъв е средностатистически образ на нормалния европеец. Какой среднестатистический образ европейца? Обычного европейца. Обычного европейца. Сбирано коремче. С пивным пузиком. Двойна гуша. С двойным подбородком. С солидни паласки. У которого бока так свисают. Розовичек, пухковичек, добричек. С розовыми щечками, добренький такой, хорошенький. Безобиден. Безобидный. Незлоблив таков. Добрый, незлобный. Това е просто... За мен това е потрясаващо. И для меня это просто потрясение. Къде останаха уния железни мъже? Где остались железные мужчины? Които създадоха европейската цивилизация като такава. Которые создали европейскую цивилизацию. Къде останаха наследниците на Христофор Колумб? Где остались наследники Христофора Колумба? И редица други велики мъже. И другие великие мужчины. Които благодарение на тяхната вяра. Которые благодарение своей веры. 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 На техния труд. И своему труду. На тяхната дързост. Свои дерзости. Положиха основите. Положили основы. Затова сегашна Европа да живее такъв живот благополучен. Для того, чтобы Европа сейчас могла жить так благополучно. На кого ще подражаваме ни? Кому нам подражать? На хората, които виждаме около себе си. Людям, которых мы видим вокруг нас. Или на Бога. Или Богу. На героите на вярата от Библията. Героям веры в Библии. И ако вярваме, че нашите прадеди от Библията. И если мы верим, что наши предки из Библии. На които сме наследници по вяра. Которым мы наследники по вере. Бяха силни мъже и жени. Они были сильными мужчинами и женщинами. То за что ничто не правим? Тогда почему мы ничего не делаем? Защото вярата без дела е. Потому что вера без дел. Мертва. Мертва. Това е просто пустословие. Это просто пустословие. По-добре не казвайте на хората, че сте християни. Лучше не говорите людям вообще, что вы христиане. Ако живота ви не съответства на образа, който ни импонира от Библията. Если наша жизнь не соответствует образам, которые мы видим в Библии. Ние даваме антипример. Мы подаем антипример. Ние не можем да запалим хората. Мы не можем зажечь людей. Затова и църквите са празни. Поэтому и церкви пустые. Говоря като цяло за Западна Европа. Я говорю в целом в Западной САЩ, Европе, Канада. В Америке, в Канаде. Има, не знам за вас. И не знаю о вас. Но аз обичам да гледам вдъхновяващи примери. Но я люблю смотреть на вдохновляющие примеры. Защото те създават друг стил на мислене. Потому что они создают новый стиль мысли. Те ми помагат. Они помогают мне. Да разбия матрицата, която се опитва, матрицата на този свят. Разбить матрицу этого мира. Която се опитва да ми държи в своите рамки. Которая старается держать нас в своих рамках. Преди време бях чел за един уникален случай. Некоторое время назад я прочитал один уникальный случай. Едно малко момченце в Бразилии. Один мальчик, маленький мальчик в Бразилии. Който се ражда. Который родился. В семейство на наркоман и проститутка. В семье наркомана и проститутки. Баща му умира от свръхдоза. Его отец умер от сверхдозы. Майката също. Мать тоже. И той остава в този огромен град Сан-Паулу. И он остался в огромном городе Сан-Паулу. Представете ли, стой, мисля, че беше към 18 или 20 милиона. Этот город около 18 миллионов населения. Представете си едно малко 10-годишно момченце. Просто маленький 10-летний мальчик. Оплашено до смърт. Который напуган смертью. И той си няма никой. И у него нет никого. Няма нито чичо, нито братовчет. Ни дяди. Никой. Ни сестер, ни братьев. И живял по улиците. И он жил на улицах. И един ден пресичал пешеходна пътека. И один раз он переходил через дорогу.
И невнимательный шофер Гуды. И невнимательный водитель его сбил. Той пада на потекта. Он упал на дороге. И, но за него в космет. Но к его счастью. След него был один лекарь. За ним шел врач. Който веднага се погрижил за това момченце. Который сразу взялся за этого мальчика. Спасява му живота. Спас ему жизнь. И той толкова, това момченце толкова се впечатлява от тази история. И этот мальчик настолько впечатлился этой историей. Че казва, аз ще стана обязательно лекар. И сказал, что я обязательно стану врачом. Представите ли си какво дързновение в едно малко момченце просек. Маленький мальчик, который был никем. Образованието в Бразилия не вярвам да е ефтино. Я не верю, что в Бразилии образование дешевое. Как може да му хрумни в мисълта, че ще спечели толкова пари, за да завърши медицина? Как вообще ему пришла мысль, что он может получить столько денег, чтобы закончить медицину? И той започва да работи като ваксаджия. Това са хора, които лъскат обувки. Он начинает работать как человек, который просто чистит обувь людям. И работил двойно повече. И работал в двойные смены. За да заработи пари. Чтобы заработать денег. За училище. На школу. Завършва училище. Он заканчивает школу. След това поступва в медицина. После этого поступает в медицину. И накратко, за да не ви оттекчавам. И коротко. След като става лекар. После того, как он становится врачом. След известно време открива първата си клиника. Через некоторое время он открывает свою клинику. И към настоящий момент. И на настоящий момент. Той човек има цяла верига от клиники по цяла Бразилия. У этого человека есть целая сеть клиник в Бразилии. Е, такива истории обичам да слушам. Я люблю такие истории. Вдъхновяващи. Которые вдохновляют. Не ме интересуват историите на този свят. Меня не интересуют истории этого мира. Не ме интересува кой е пропуснал нещо. Меня не интересует, как кто-то кой что-то пропустил, не успял. Что-то не успел сделать. А кой къде се бил родил. Где родился. О, брат, ты не знаешь. Брат, ты просто не знаешь. Аз съм роден в България. Я родился в Болгарии. Твоя най-бедната страна. Это самая бедная страна в Европейском Союзе. И может быть, она от най-бедните в света. И может быть, самая бедная в мире. Лесно тебе на тебе да говоришь. Тебе легко говорить. Тогда ще изпратя да говоришь с той просек. Ну тогда давай я отправлю тебе поговорить с этой сиротой. Да видим, дали можешь да се оправдаешь перед него с такива фалшиви оправдания. Посмотрим, сможешь ли ты оправдаться этими фальшивыми оправданиями перед ним. Какво да кажем и за Силвестър Сталон? Что сказать о Сильвестр Сталоне? Ви предполагам, че знает някой от вас неговия живот. Я предполагаю, что некоторые из вас знают о его жизни. Колко години са го отхвърляли като актьор? Сколько лет его отказывали? Колко пъти са му казвали, че не става да се откаже? Много раз сказали, что он не подходит за актьор. И сказали, чтобы он убирался просто. Кой е днес Силвестър Сталон? А кто сегодня Сильвестр Сталон? Ами той, ако се беше отчаял и казал, ами... Если бы он отчаялся и сказал... Така е Божията воля. Ну, значит, Божия воля такова. Днеска никой нямаш да знае неговото име. Сегодня никто бы не знал о его имени. И аз ви вдъхновявам. Просто хочу вас вдохновить. Да гледате повече такива примери. Чтобы вы смотрели. Да четете повече такива примеры, истории. Чтобы вы читали больше таких историй. Независимо дали са от вярващи или невярващи хора. Независимо верующие это люди или нет. Защото това са примери, които ще ви вдъхновяват. Потому что это примеры, которые будут вас вдохновлять. Да живеете по друг начин. Жить по-другому. Наскоро гледах в YouTube. И недавно я смотрел в YouTube. За един много интересен човек. О одном интересном человеке. Хасинто Бониле. Хасинто Бониле. Испаноязычен мъж. Он из Испании, испаноговорящий. Из латинского мира. И той живее сега в САЩ. И сейчас живет в Америке. Той человек на 67 години. Ему 67 лет. Е бил болен от един куп болести. И он, у него было очень много болезней. Наднормено тегло. Чрезмерный вес. И така нататък. И так далее. И на 67 години решава да започне да тренира фитнес. И когда ему было 67, он решил, что будет заниматься фитнесом. И днес този мъж. И сегодня этот мужчина. И на 83 години. Ему 87. 83. И той прави такива неща. И он делает невероятные вещи. Че аз, въпреки че съм на 18, не бих могъл.
Даже если бы мне было 18, я бы не смог такого сделать. Той тренирует кроссфит. Он занимается кроссфитом. И прави 6 упражнений. Делает 6 упражнений. И всякую ногу исполнява 83 пъти на колкото години. И каждое из этих упражнений он повторяет 83 раза, сколько ему лет. 83 клека со штанга. 83 раза он приседает со штангой. 83 лицеви упори. 83 раза он качает пресс. Отжимания. 83 пъти хвърля тежка медицинска топка нагоре. 83 раза он подкидывает медицинский мяч вверх. И не помня другите 83 набирания на лост. 83 раза он подтягивается. И казва, че всяка година ще прибавя по едно. И говорит, что с каждым годом он будет прибавлять по одному. Защото мускулите трябва да работят. Потому что мышцы должны работать. Иначе наступает деградация. Иначе приходит деградация. Скъпи братя. Дорогие братья. Това е вдъхновяващ пример. Это вдохновляющий пример. Аз искам на 83 години да изглеждам като този мъж. Я хочу на 83 выглядеть как этот мужчина. Аз не искам да изглеждам като другите мъжи на моя възраст. Мужчины моего возраста. Веднъж имахме събиране на съученици. Один раз было собрание одноклассников у нас. Аз се оплаших. Я испугался. Аз видях на среща едни чичковци. Я увидел каких-то дядечек. Такива с по една баскетболна топка в корема. Такие с баскетбольными мячиками в животах. Просто на видимо възраст вече около 70 години. Как будто бы им было уже около 70 лет. Това е просто трагедия, разбирате ли? Это просто трагедия. Защо? Почему? Е трагедия. Почему это трагедия? Защото човек. Потому что люди. Който. Человек, который. Не обръща внимание на себе си. Не обращает внимание на себя. Не может да постигне своето предназначение в Бога. Он не может достичь предназначения в Боге. Не ми говорите за духовност. Не говорите мне сейчас о духовности. И не се сравнявайте, моля, с апостол Петър и Павел. И не сравнивайте себя с апостолом Петром или Павлом. Защото с тяхната сянка исцеляваше хора. Даже своей тенью они могли исцелять людей. Когато ние постигнем това, когда мы достигнем этого, нашата сянка да исцелява болните, чтобы наша тень исцеляла больных, тогава ще имаме право да се сравняваме с тях. Тогда уже у нас будет право сравнивать себя с ними. До тогава по-добре да се сравняваме с други хора. Но пока что давайте сравнивать себя с другими людьми. Какво духовно има в това да си болен? Что есть духовного в том, чтобы болеть? С наднормено тегло. Быть жирными. Беден. Бедными. Да, может быть, скажешь, аз може да съм беден. Да, может быть, вы скажете, да, я болен, бедный, несчастный, обаче, больной. Съм много духовен, брат. Но я очень духовный. Не ми говорите глупости. Не говорите мне таких глупостей. И бъдете честни пред Бога. И будьте честными перед Богом. Защото все равно Бог не может да го измамите. Потому что вы не можете соврать Богу. Обмануть его. Не можете его обмануть. Бог и без друго знает и вижда всичко. Бог и так все знает и видит. Это един друг стих в подкрепа на това, което ви казвах. И другой от стих. От притчи 6 глава. Притчи 6 глава. От 9 до 11 стих. С 9 по 11 стиха. До кога ще спиш, ленивецо? Кога ще станеш от съня си? Още малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън, така ще дойде сиромашия върху тебе, като разбойник и немотия като въоръжен мъж. Скъпи приятели, дорогие друзья, насякъде в Библията, везде в Библии, сиромашията, бедността. Бедность. Са проклятие. Это проклятие. Аз тук не ви говоря за това всички да бъдат милионери. Я не говорю вам, чтобы вы все были миллионерами. Говоря за бедност. Я говорю вам о бедности. Защото ти можеш да си милионер и да си беден пак. Потому что вы можете быть миллионером, но можете быть все равно бедным. Ако печелиш 1 млн евро. Если вы зарабатываете 1 млн евро. А харчите 1,5 млн. А тратите 1,5 млн.
Значит, ты беден миллионер. Значит, вы бедный миллионер. Аз говорю за достаток живота. Я вам говорю о достатке в жизни. В книге Второзаконии. Во Второзаконии. Бедность. Бедность. А това жени да владеят, да командват мъжете си. Или чтобы жены командовали своими деца мужьями. Деца да управляют родителите или си. Или чтобы дети управляли родителями. Една друга тема, която сега не искам да започвам. Это другая тема, которую я сейчас не буду начинать. Сабелек на проклятие. Это шрамы проклятия. Иисус Христос стана беден. Иисус Христос стал беден, бедным. Той не избра да се яви в царски палат. Он решил да се появи на той свят, в царский палат. Он решил не появляться в этом мире в царских палатах. Той умышленно избра да бъде беден. Он умышленно выбрал быть бедным. За да се обогатим ние. Чтобы мы смогли через обогатиться неговата через бедност. Него, через его бедность. Той взе всички болести. И он взял все болезни. За да сме здрави. Чтобы мы могли быть здоровыми. Той взе всички проклятия. И он взял все проклятия. За да бъдем ние благословени. Чтобы мы были благословенными. Така че спрете да мислите в тази посока. Так что перестаньте уже думать. И не си мислете, че сте много духовни, когато се хвалите, че сте бедни. И не думайте, что вы очень духовные, когда вы хвалите своей бедностью. Защото в Библията пише друго. Потому что в Библии написано о другом. Не защото аз ви го казвам. Не потому что я это говорю. Аз се моля. Я молюсь. Тези думи да стигнат до сърцата ви. Чтобы эти слова достигли ваших сердец. Ако съм сгрешил нещо поради моята плътска немощ. Если я где-то сказал что-то неправильно по моей плотской немощи. Плотской. Ако нещо не сте доразбрали. Если вы что-то неправильно поняли. Аз се моля Господ. Я молюсь Господу. То, да ви вложи това слово в сърцата. Чтобы Бог вложил это слово в ваши сердца. То да намери благоприятна почва във вашите сърца. Чтобы оно нашло благоприятную почву в ваших сердцах. За да поникне надълбоко. Чтобы могло да пусне дълбок корен. Пустить глубоко свои корни. И да не остане просто поредната проповед. И чтобы оно не стало просто как очередная проповедь. А да се преобърне. А чтобы перевернуло. В живот. И стало жизнью. Защото Христос за това умря. Потому что Христос для этого умер. За да ни даде живот. Чтобы дать нам жизнь. И то изобилен. В изобилии. Да ни даде полна мерка. В полной мере. Стърсена и притъпкана. Чтобы могли утоптать так. Как это было на русский? Да. Утрясенная и угнетенная. Да, в меру утрясенная и угнетенная. Благодаря ви за слово, спасибо за терпението. За терпение. За това, че бяхте добри слушатели, активни. За то, что были хорошими активными слушателями. И ви насърчавам. И вдохновляю вас. Да предизвиквате себе си. Чтобы вы давали себе как предизвика. Challenge. Да предизвиквате себе си. Паш, как challenge на русском? Чтобы давали себе вызовы. К сами себе. Сами себе. Да излизаме по-често от зоната на комфорта. Чтобы выходить из зоны комфорта. За да не би да пропуснем целта на живота си. Чтобы не пропустить цель нашей жизни. Да не чуем в ония ден. Чтобы не услышать. В ония ден, когато се явим пред Христовия съд. Когда мы явимся пред Христовым судом. Тие страшни думи. Страшные слова. Махни се от мен, зли и лениви слуга. Убирайся отсюда, ленивый слуга. Защото ти не извърши волята на Господаря си. Потому что ты не совершил волю своего господина. А волята на нашия Господаря. А воля нашего Господина. Апостол Павел го каза. Апостол Павел сказал об этом. Да благоуспяваш во всичко. Чтобы мы успевали во всем. Както благоуспява и душата ти. Так же, как и успевает твоя душа. Амин. Амин. Спасибо, Иордан. Но я хочу сказать, знаете, что у нас, слава Богу, что у нас есть ориентиры, на кого ориентироваться. Вот Олег Григорьевич, наверное, самый старший, да, среди находящихся с Сериной. Они выглядят моложе, чем есть... Ой, они старше, чем выглядят на самом деле, поэтому я не буду говорить, сколько лет. Когда ввели карантин... Когда, знаете, когда ввели карантин, Олег Григорьевич говорит: «Так, Ирина, будем выходить и
10 кругов, да, вокруг бассейна, будем ходить и молиться на иных языках. Ну, там не маленький бассейн, и они выходили и молились на иных языках. Слава Богу. Иди на колку бешику гату руди, Давид. 50 лет было Эдди, когда он родил. Да. Анна Мария младшая. А, 50 лет ему было, когда родил он 5-го ребенка. Да, а сколько лет было, когда на мотоцикл ты сел? Во сколько? 57. В 57 лет он получил права для мотоцикла. Да. Вот видишь, из-за тебя и я тоже села. Да, слава Богу за Иордана. Для меня пример, сколько он пережил предательства, когда его использовали. Все равно он продолжает любить, благословлять и доверять людям. Слава Богу. Ну и для меня, конечно, самый большой пример – это мой муж. Вы знаете, да, когда он после смены врача возвращался домой и вот так ложился, я видела, насколько он устал, дети по нему ползали, он просто вот так вырубался, и потом у него звонит будильник, он встает и говорит: я иду на домашнее служение. Домашнее служение, туда не ходили автобусы. Сколько километров пешком? 10? 6 километров. Нужно было доехать на одном автобусе до того места, ехать где-то минут 30-40, еще 6 километров пешком идти, в любую погоду. Возьмет тебя попутка, не возьмет. Один раз он вернулся, вышел, было минус 30, я его вернулся и говорит: ванну включай горячую. Потому что никто его не взял, и пришлось идти пешком. И знаете, у него был выбор: остаться дома в тепле или в комфорте, или идти открывать домашнее служение. И на этом месте сейчас церковь, сейчас там завод открылся. Это место, где 3 года не было дождей. Нам свидетели приходили, и потом люди, они говорят: до того, как открылась ваша церковь, 3 года не было дождей. Но как только стала церковь на этом месте, стали дожди идти. Сейчас там церковь, сейчас там служение. Но, знаете, вот мы жалеем друг друга, да, мы жалеем себя, иногда мы детей жалеем. Но написано, что Бог не пощадил Сына Своего Единородного. Бог не пощадил для того, чтобы мы что-то имели. И знаете, Бог иногда безжалостен к нам. Бог иногда безжалостен к нам. Но это во благо Ему. Поэтому слава Богу, что в нашей церкви есть вот примеры, которые сидят здесь, на которых можем ориентироваться, да. Мы были на отдыхе, мы приехали, потому что устали. Я говорю: Гена, или я убью кого-нибудь, или вывези меня на отдых. И знаете, мы приехали, и я видела, как люди отдыхают. Джакузи, животики, пузики, мы поехали в лес, мы пешком в горы, обратно, в бассейне мы плаваем. Вы знаете, так хочется действительно комфорта. Ну, Бог... Иногда можно, да, иногда можно, да. Иногда нужно выспаться, да. Это тоже, да, все правильно. Так что слава Богу. Да, еще вот пример Андрей, знаете, вот еще один пример сидит, я скажу. Он, если берется за что-то, я берусь за детское служение. Все, он взялся, он отвел. Я берусь за молодежное служение. Пока лидера не поставил, он не ушел. Да. И кто-нибудь видел вообще пастора и помощника пастора, чтобы он болел, не пришел на служение? Но они не болеют, потому что им нельзя болеть. Они не имеют права, да. Я только знаю, когда они болеют. С термоса ношу их, отпаиваю, да. Слава Богу. Слава Богу за то, что... Ну, Бог сказал, что мы армия Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Поэтому не надо себя жалеть. Мы каждый получим, да. Каждый получим то, что...
сделали для Господа. Знаете, перед тем, как будем молиться за пожертвования, я хочу рассказать случай, который был на где-то, ну, примерно 2 недели назад. Ко мне приходит одна риэлтор, через которую мы покупали это здание. И она говорит: «Наташа, пожалуйста, у меня мама болеет, займи мне денег». Я вообще встала такая, думаю, ну я с ней встречалась, ну раза 4, максимум 5. Она приходит ко мне денег занять. Я такая немножко в шоке. Ну, я спрашиваю Духа Святого, потому что нам часто не возвращали деньги, часто было, ну, разные вещи. И я спрашиваю Господа, давать, не давать. Ну, и у меня нормально, типа, давай. И, ну, я мужу говорю, он говорит, ну, если внутри, дай. И у меня такое, ну, если не отдаст, не отдаст, что теперь? И знаете, я что поняла? Я вспоминаю, что благословение, мы благословение, когда мы можем давать в долг, а не берем в долг. И я вспомнила это благословение. И знаете, я и сказала, ну, я так, мы расписали расписку, но я думаю, не отдам, не отдам, не отдаст, не отдаст. И знаете, она приходит, звонит точно в тот день, приходит, и она меня так обнимала, она меня так благодарила, она расплакалась, она говорит, мне некому было идти, занять денег. Я думаю, она живет в Болгарии, она болгарка, неужели она не нашла у кого занять денег? Она приходит к пришельцу. Мы приехали сюда, у нас не было денег купить квартиру, мы приехали, у нас было 7 сумок. И Бог нас поднял и благословил, и она приходит и занимает. Я ей говорю, скажи спасибо Богу. И в этом наше благословение, знаете, я прочувствовала, что значит благословение, когда ты можешь дать, представляете? И у меня такая радость, она в слезах, вся там сопли, обнимает меня. Я говорю, да ладно, хватит, спасибо, да ладно, хватит, говорю. Ну, я реально, я ощутила вот это благословение, когда ты можешь дать и быть благословением. И она говорит, все, я твой друг, что нужно, там звони, я тебе процент с продаж буду давать. Я говорю, хорошо, хорошо, спасибо. Но я знаю, что я приобрела душу. Вот правда, вот заняв деньги, приобрела душу. Так что спасибо, слава Господу. Пусть Бог нам даст, действительно, чтобы мы ни в чем не нуждались, чтобы мы могли давать, просто благословлять, давать в долг, чтобы мы были благословением. Аллилуйя. Давайте встанемся, помолимся за наши финансы. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что...